В МВД Кыргызстана министра культуры Казахстана выдали за убийцу криминального авторитета. По данным МВД Кыргызстана, с фотографией министра культуры и спорта Казахстана по делу убитого в Минске криминального авторитета Алманбета Анапияева вышло недоразумение. Напомним, на прошлой неделе в Минске в багажнике автомашины «Мерседес» был обнаружен труп криминального авторитета Анапияева. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола за совершение тяжких преступлений в Кыргызстане. Как уточняется, оперативные работники для процедуры опознания причастных к преступлению взяли фотографии из интернета. Сотрудники кыргызского МВД извинились за использование фото, а министр, узнав себя на фото, сказал, что в соседней стране просто ошиблись. Я не был в Киргизии. Об этом парне тоже не слышал. Специалисты говорят, что фото берут просто с интернета. Видимо, искали связанных со спортом. И вышла моя фотография. Но там нет моего имени и должности.